как и обещал, выложу видео про изменения в мультимедии на Lada Vesta. Итак, вот подошла нам комплектация комфорт мультимедиа. И уже здесь камера заднего вида, при повороте руля изменяется траектория парков. То есть очень удобно, информативно. Вот такие изменения комплектации, такие изменения в Lada Vesta производства с сентября. Итак, смотрим. Вот, допустим, наглядно сразу покажу. При включении... Так, сначала, наверное, печку выключим, да? Смотрите, включилась задняя скорость. Поворачиваем руль влево, соответственно, у нас поворачивается траектория. Срабатывает парктроники, потому что сзади у нас стоит автомобиль. Я нас сейчас, наверное, отъеду, чтобы он не пищал. Сейчас маленько продвинемся. Итак, еще раз попробуем нажать. Да, чуть-чуть отъехали, чтобы парктроники пищали. Выкручиваем руль вправо. То есть траектория изменяется. То есть очень информативно. Руль влево выкручиваем. Одно из новшеств в Lada Vesta появилось. Итак, ребят, для наглядности предыдущая комплектация с камеры заднего вида. Вот смотрим. То есть вращаем руль. Вращаем руль, ничего не происходит, никаких движений. То есть это вот старая камера заднего вида. Так что вот такое вот отличие. Да, опять же повторимся про панель приборов, про лючок. Запираем. Это комплектация комфорт. Комфорт мультимедиа. Также из обновления у нас получается кнопка. Открывание багажника. Вот здесь у нас. Здесь нажимаем, открывается. Вот она. И камера заднего вида сама вот здесь сосредоточена у нас. А вот кнопочка. И как успели уже все заметить, нет личинки открывания замка багажника. То есть ее убрали. То есть кнопочку добавили, а ее убрали. Сейчас давайте посмотрим на другой модели, которая осталась. В остальном здесь все также не поменялось. Кондиционер, управление вентилятором. Это значит у нас включение обогрева заднего стекла и обогрева боковых зеркал. Положение заслона, куда будет дуть воздух. Так, запирание дверей снутри. То есть снаружи вы не, никто не откроет ваши двери, центральный замок. А изнутри вы можете, сможете открыть каждую дверь. То есть внутри все двери открываются. Так, дальше. Это у нас антибукс антиюз, система отключается. Аварийка. Так, дальше что у нас тут? Розеточка 12 вольт. USB AUX. Подогрев сидений. Такое кратенькое пробежимся. Это комплектация комфорт мультимедиа, поэтому у нас ограничитель скорости и круиз-контроль, управление магнитолой и громкой связью на руле, то есть мультируль. Передние стеклоподъемники, электрорегулировка боковых зеркал. Дальше у нас комплектация комфорт. Здесь у нас зеркала, светильничек, светильнички. Так, что у нас зажигание выключено. Светильнички. Светильничек для задних пассажиров. Подочечничек. Ну и по салону. Собственно говоря, все. Да, и подлокотник комплектации комфорт. То есть все хайт, подлокотник. Ну тут, если вы до конца его пустили, три щелчка вверх, и он фиксируется. В принципе, удобно.
Вот. Вкратце пробежались. По салону ничего не изменилось, кроме вот добавили светильник, приборная панель, запираемый лючок, ну и камера. Так, двигатель всеми известный, 1.6, 106 лошадиных сил, 16-клапанный. Пишите свои комментарии, что вы по этому поводу думаете. А я желаю всем счастья и пока, до новых встреч. Кстати, еще будет видос по акциям на октябрь месяц. Все, тоже ждите видеоролик. Все, подписывайтесь на канал. Все, пока.